Уральский «Трубник» расстался с двумя хоккеистами. Контракты не продлили с полузащитником команды Вячеславом Маркиным и нападающим Сергеем Почкуновым. Полузащитник Вячеслав Маркин провел в уральском «Трубнике» 4 сезона. За команду он играл с 2007 по 2009 и с 2016 по 2018 годы. Всего на его счету 116 матчей, забил Маркин 41 мяч. Нападающий Сергей Почкунов также выступал за уральский «Трубник» 4 сезона, сыграл 123 матча, забил 109 мячей. Дважды он становился лучшим бомбардиром первоуральской команды в чемпионате России. Отмечу, что изменения в составе уральского «Трубника» будут происходить в ближайший месяц. Окончательный состав на новый сезон будет известен ближе к маю. Но уже известно, что в команде останется защитник Андрей Орлов. Руководство клуба подписало с игроком контракт еще на один год.